Всем привет! Вот такая у меня упаковка. Привезли мне мои орхидейки. Вот так они запакованы. Это январский мой заказ в группе Happy Orchid. Сейчас я буду распаковывать их и покажу вам, что я там заказала. Здесь сбылась моя мечта в этом заказе. И эта орхидея самая дорогая из всех, которые там есть внутри. Сейчас я вам все покажу, разверну, и мы с вами все посмотрим. Здесь вот все в утеплителе завернуто. Сейчас я буду скрывать. Хочется быстро-быстро, а быстро-быстро не получится. Так добротно замотано. Просто шуба какая-то. Посмотрите, сколько слоев утеплителя. Я еще не это до конца не развернула. Мучаюсь тут. Замотали девочки на совесть. Ну вот. Размотала частично. Как видно? Как-то надо вот так, что ли, поставить. Покачаю вас. Здесь тоже скотч. Где мой ножик? Так. Ну, в такой шубе можно ехать. Не страшно. Быстренько разберем пирамидку. Оп! Что это? Ой, какая-то грелочка, наверное, была. Видно? Нет, она уже не работает. Ну, это, наверное, что-то было добавлено, чтобы тепло шло. Так. И вот так. Сейчас буду газеты разворачивать. Первую достала. Это Ирен Добкин. Вот такая вот малышка. Они такие маленькие. Ну, я думаю, что я ее пересажу. Ей в горшочке понравится. Кстати, очень хорошие корни. Смотрите, какие жирные. Растение влажное. Даже, можно сказать, его хорошо напоили. Тут вот темный корешок какой-то. Чего, все равно буду в фитоловине все замачивать. И буду пересаживать. Вот такая замечательная Ирен Добкин у меня есть. Ну, я думаю, что она теперь у многих, наверное, есть. У меня уже нет терпения. Я эти газеты просто начинаю разрывать. О, Будда Триасуры. Боже, ребята. Вот мой Будда. Я так понимаю, здесь цветонос. Так, надо это как-то... Оп, снялось. Вот такая красота. Боже, сколько у него этих корней. Это надо мне какой-то горшок искать. Я-то думала, он в литровый поместится, а в литровый он не поместится. Посмотрите, какой он. Листья такие у него интересные. Отмыть все надо. И цветоносик. Прелесть. Просто прелесть. Будда Триасуры. Так, здесь еле откопала. Это мой бульбофилум. Посмотрите, какой красавчик. Так, Бурфордиенсе. Ну, еще надо название. Я его ждала. Можно сказать... Это моя новая любовь. Очень они мне нравятся. И я им прикупила всякие такие горшочки. О, боже, какие у него корни. То есть мне как-то вот так его нужно будет расположить. У него есть новый рост. Вот новый рост. Очень хорошее растение, но это без горшочков. По всей видимости, так приехал. Так. Салфеточку его положу. Вот три уже достала. Так, четвертое раскрываю. Растение. Так, я не могу. Очень хорошо. Но хочется быстрее попасть в горшок. Так. Это у меня Joy Fairy Tali. Вот такой вот. Фаленопсис. Ой, слушайте, это бутончики замотаны.
Сейчас скажу, что еще в одном пакете. Там тоже это же орхидея Joy Fairy Tale. Я заказала себе две. Почему я заказала себе две? Ну, во-первых, они очень ароматные. Во-вторых, я когда их бронировала, ставила бронь на две штуки, я сразу решила, что я их посажу в один горшок. Вы представляете, какой это будет шикарный кустик. Два кустика и цветущие. Вот такие вот. Вот это я не знаю, что цвели они тут, были бутончики или нет. Вот еще есть цветонос. Горшок большой. Вот такие хорошие зеленые корни. Растение влажненькое. Ну и второй я сейчас достану и вам покажу. То есть у меня два одинаковых фаленопсиса. Достала второй. И в попыхах разворачивала. И вот ему листик порезала. Тьфу ты, господи. А здесь тоже есть цветоносы. Немножко мне непонятно, цвели они или будут цвести. Ну, в общем, поняли, да? Вот такая моя была идея изначально, что я заказываю два растения и сажаю их вместе в один горшочек. И пусть будет у меня такая ароматная клумба. Ну, сажать, я думаю, будем вместе с вами. Тоже корни шикарные. Смотрите, какие они зеленые. Вот такая красота. И вот такая ароматная красота будет у меня расти в одном горшке. Так, теперь начинаем распаковку самых больших орхидей. Здесь, конечно, будет сложнее. Это стрейч-пленка. Там два пледа. Плед один. Тепленькое все. Плед второй. Где начало, где конец. Так, что-то мокренькое. Что-то там протекло. Или мне кажется. Оп. Вот и здесь такая вот грелочка была заботливо предоставлена на транспортировку. Вот. Такой размер. Сейчас достану. В этом крафте моя котлея. Я когда увидела котлею, которую показывала Свет Кончура, помыла Финей, я поняла, что мне просто такая же срочно нужна. И именно в таком размере. Потому что все мои котлейки, которые у меня есть, ну, я их, в общем-то, можно назвать, что они еще маленькие. И когда они у меня зацветут, совершенно непонятно, может быть, через год, может быть, через два. И заказывая эту большую котлею, она, по-моему, в размере 4, я специально такую заказала, чтобы уже увидеть цветок. Потому что котлей-то у меня цветущих, котлеи есть, но они еще не цвели. Поэтому мне очень хотелось, чтобы она у меня цвела. Котлея полита, и поэтому вот я сказала, что влажно. Грунт мокрый. Вот такая вот красота. Боже мой, у меня есть большая котлея. И посмотрите, у нее чехол. Теперь я знаю, как выглядит чехол. И, скорее всего, здесь тоже чехол. Сейчас размотаю. Такие ватки. Что там видно? Что я делаю? О. Здесь бутоны. Здесь бутоны. Все, я поняла. Прелесть заказа растения на лицо. Размер 4. И вы увидите счастье. Боже мой, ребята, она у меня еще и зацветет. Вот ее название. Помыла Финей. Это которой Света говорила, что у нее огромный-огромный цветок. Ну, не знаю, какой он огромный. У нее маленькие бутончики. Вау! Вау! Боже мой, посмотрите! Я увижу, как цветет котлея у меня дома. Вот это лошадка. Все, если в следующий раз буду брать котлеи, только в размере 4. Посмотрите, какая лошадь. Хотя, я думаю, маленькие могут тоже зацвести. Так, это значит моя котлея. Ну, а здесь самая дорогая моя мечта. Светочка из Америки. Привет! Заразила фрагмипедиуме. Вот,
Теперь у меня тоже есть. Буду спрашивать тебя, как и что с ним делать. Надо мне про него еще почитать, какие у него родители. Сейчас я его достану. Какой-то огромный кустище, хочу я вам сказать. Тоже мокро, наверное, он палит. Вот, вот, сколько здесь все. Вау, 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 вау. Так, листья. Вот. Вот. Сейчас я открою горшочек, там вот, видите, проложена газета. Я так думаю, там кора, наверное, чтобы она не выпала, вот так все проложили газетками. Да, грунт, кора, газетки мокрые. Так, сейчас я вам название его покажу. Прагмипедиум сидери. Вот такой. Я вместе с вами буду его пересаживать, потому что я его обязательно буду пересаживать. Единственное, что я оставлю ему его вот этот горшочек. Хороший горшок такой. И дырочки сделаны где надо. И я ему просто поменяю грунт. Обработаю корни и поменяю грунт. У него есть желтые листики. Сейчас я вам так подниму камеру. Вот краешек желтый. Вот краешек желтый. Я надеюсь, это никакая болячка. Размер у него очень приличный, так как и его цена. Но это была моя мечта. Буду его беречь, потому что, в принципе, растение дорогое. И, наверное, я не смогу себе больше позволить купить еще один. Вот, так что над этим буду трястись. Правильно его выращивать, ухаживать за ним. Вот про эти пятнышки надо почитать. Достаточно много, немного, длинные такие, сухие, видно? Вот видно вам, да? Ну вот, такие у меня растения. Сейчас я их всех поставлю в рядочек. Вот все мои красавицы и красавцы. Да, такое богатство. Слушайте, разбирала и думала, боже, Лена, куда ты будешь это все ставить? Ну куда же ты будешь все это ставить? Я не знаю. Так, значит, Ирен Добкин, крохотулька. Вот такой бульбофилум шикарный. Тоже вместе с вами буду пересаживать. Кстати, я купила какой-то новый грунт, появился в продаже. Вот, наверное, туда-то я его и посажу, в новый грунт. Так, Будас Триасуры с цветоносом. Посмотрим, что это за чудо такое в цветении. Два Фейри Тали. Будут расти у меня вместе в одном горшке. И вот шикарная с бутонами Катлея, Помела Финей. Теперь я буду ждать ее цветения. Ой, там тоже же бутон. Вау, первый раз трогаю в жизни чехольчики. И Фрагмипедиум Сидери. Боже, пока все выучишь, это запомнишь. Ну вот, такая у меня радость, такие орхидеи я получила в январе. В планах я пересаживаю Joy Fairy Tali, я пересаживаю Ирен Добкин, я буду пересаживать Бульбофилум, буду пересаживать Триасуру, Фрагмипедиум. Катлею пересаживать я не буду, я хочу ее оставить, чтобы она процвела. И потом я сделаю ей пересадку. Вот такая у меня куча растений. И такие у меня планы, как с ними быть и что я с ними буду делать. Так что мы с вами еще увидимся, потому что большую часть я хочу вместе с вами пересадить. Еще подарки. Кора. Эффект Био. 13-19. Очень даже пригодится, потому что пересадка глобальная предстоит. И вот такой... Чилийский мох. Вот такой пакетик чилийский мох. Сказали, что он будет в этой группе, в альбоме «Сопутствующие товары». Готовит такой альбом. И можно будет купить вот такой мох. Чилийский мох сфагнум. Вот еще такой подарочек. Мох мне тоже здесь будет нужен.
Спасибо огромное, спасибо за упаковку, спасибо за растения. Огромное спасибо группе Happy Orchid, что делает такие нам радостные моменты в жизни. Тем, кто любит орхидеи, я думаю, они, меня все поймут, потому что ну, эти растения доставляют нам радость. И всем пока, и до встречи на моем канале.